Раньше на месте тротуара были лужи и ямы. Учащимся и учителям приходилось ходить по грязи. Родители школьников возмущались. На многочисленные жалобы откликнулась администрация Витязевского сельского округа и греческое общество «Гаргиппия». При поддержке предпринимателей идет ремонтно-восстановительная работа. Вот, наконец, сейчас будет великолепный тротуар, и наши дети будут чистые приходить и радостные в школу. Работу проводят специалисты компании «Импресса» из Краснодара. Заливают тротуарное покрытие по новой современной технологии. Пресс-бетон – одно из самых современных и надежных покрытий. Основной компонент декоративного бетона – цемент, песок и щебень. Новый тротуар протяженностью 150 метров и шириной 3 метра. Если погода не подведет, работы планируют завершить в течение недели. И к следующим выходным новый тротуар будет готов. Вадим Родин, Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа регион.